Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаева, Черкесия», в студии Руслан Жукаев. Сегодня глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочее совещание с председателем парламента республики Александром Ивановым, вице-премьером Евгением Гордиенко и министром строительства и ЖКХ Ринатом Семеновым. Тема – строительство и капитальный ремонт учреждений образования и готовность к новому учебному году. В настоящее время в Карачаево-Черкесии строятся 5 школ, все они переходящие на 2024 год объекты. Это школа на 960 мест в Учкекене, на 600 мест в Адыгехабле и Карданикской на 165 мест. Также приступают к строительству пристройки на 400 мест в школе номер 6 города Черкесска и лицея-интерната в Хабете на 264 места. Сейчас капитальный ремонт идет в 24 образовательных учреждениях республики. 5 из них – переходящие объекты. Большую часть школ сдадут к 1 сентября, чтобы дети могли пойти учиться. Рашид Тимрезов поручил коллегам взять на контроль сроки и качество проводимых работ. Впереди напряженная неделя, когда надо максимально мобилизовать усилия строительных бригад, благоустроить дворы, убрать весь строительный мусор. К тому же у педагогических коллективов должно быть время на подготовку школы к началу учебного процесса. Уникальный уголок природы, очаровывающий красотой и чистым воздухом. Свой 140-летний юбилей отметил город-курорт Теберда. Для всех жителей и гостей были организованы спортивные состязания, кулинарные мастер-классы и яркий праздничный концерт. На празднике побывал и Алихан Лепшоков. Город-курорт Теберда является не только республиканской здравницей, но и жемчужиной в ожерелье курортов России. Сюда приезжают сотни туристов поправить свое здоровье и отдохнуть. Красота и мягкий климат города-курорта Теберда завораживает каждого посетителя. Это место – райский уголок и действительно является божьим даром, как переводится с карачаевского языка само название Теберды. Здесь множество природных достопримечательностей. В Теберду приезжают многие поправить свое здоровье в санаториях, которые находятся на территории курорта. Чистые источники, прекрасное озеро Каракёль является визитной карточкой города. К 140-летнему юбилею на Центральном парке в течение дня проходили различные праздничные мероприятия. Сами же жители и гости города поблагодарили всех организаторов за такое торжество и обратились со своими пожеланиями. Мы приехали на этот праздник из Ставропольского края, из города Благодарный, для того, чтобы посмотреть на этот город, на этот праздник, поздравить всех горожан его, пожелать им процветания, пожелать им удачи, успехов, здоровья, всего самого доброго. Все хорошо, нравится, организаторы постарались. Для детей, для взрослых есть на что посмотреть. В течение дня на празднике проходили различные спортивные состязания. В соревнованиях могли принять участие как дети, так и взрослые. Отрадно видеть, что многие жители Теберды проявляют свой интерес к спортивным дисциплинам и активно участвуют в них, отмечают организаторы. У нас сегодня проводятся спортивные мероприятия, дисциплины стрельба из лука, поднятие гири, колташ, метание камня. И армспорт. Самая аппетитная часть праздничного мероприятия – это кулинарные мастер-классы. Здесь каждый мог попробовать вкусные хачины, сочное мясо баранины и, конечно, традиционный свежий напиток айран из огромного чана. Это прекрасная традиция – отмечать День города. И так приятно нам видеть радость в лицах наших тибердинцев, уверяют старожилы курорта. Очень много приезжих. Нам приятно, когда они общаются, приезжают, да, и традиционное блюдо вот бесплатно все дают, все идут, кушают, радуются, это уже приятно. Гражданам нашей большой страны я желаю крепкого здоровья, долголетия, успехов в труде и воспитания подрастающего поколения. Его торжественный концерт открыл приветственным словом от главы республики Рашида Тимрезова заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Мурат Сюинчев. Главное богатство Теберды – это ее жители. Трудолюбивые, гостеприимные, которые бережно хранят и приумножают дарованную природой красоту. А с приходом в город курорт природного газа, уверен, у жителей появится еще больше стимула для развития малой родины. Также поздравил жителей Теберды и мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов. Здесь живут по-настоящему добрые, искренние, щедрые, гостеприимные люди, которые чтят традиции и обычаи, передающиеся из поколения в поколение. Ежегодно
Город-курорт Тиберду посещают более 400 тысяч туристов. Победителей и призеров спортивных состязаний ко дню города-курорта Тиберда отметили почетными грамотами и денежными призами. Завершились торжественные мероприятия ярким праздничным концертом с выступлением артистов Карачаевского городского округа. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Тиберда. В Архызе на территории курортного поселка «Романтик» прошел первый форум «Современные тенденции развития рекламного рынка и антимонопольной политики». Центральной идеей проведения мероприятия стала недобросовестная конкуренция между производителями товаров. Насколько актуален вопрос и как оценивает антимонопольная служба работу по актуализации рекламного законодательства и другие вопросы по теме форума, расскажет Альбина Ламкова. Конкуренция всегда выступает двигателем торговли, но не всегда бизнесмены придерживаются законов. При осуществлении предпринимательской деятельности одни участники рынка используют нечестную борьбу намеренно, а другие по незнанию. В этом вопросе за нарушением законодательства о рекламе следит антимонопольная служба. Поэтому на форуме «Современным тенденциям развития рекламного рынка и антимонопольной политики» уделили особое внимание борьбе с недобросовестностью, совестной конкуренции и использованию норм рекламного законодательства. В нем приняли участие как предприниматели, так и эксперты рекламного бизнеса. Его участников приветствовал заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Евгений Поляков. Хочу выразить слова благодарности организаторам, партнерам форума, лично поблагодарить руководство Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Максима Алексеевича Шаскольского за то решение, что он принял провести такое значимое мероприятие в Карачаево-Черкесской Республике на территории ВТРК «Архыз». Евгений Поляков отметил, какую роль играет реклама в развитии социально-экономического развития любой территории. На площадке участникам форума была дана уникальная возможность задать вопросы по рекламе специалистам. Подробно о векторах развития рекламного рынка рассказала заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова. Она отметила, что ежегодно ФАС России рассматривает порядка 16 тысяч заявлений о нарушении законодательства о рекламе и около 3 тысяч заявлений о недобросовестности. Совестной конкуренции. Будет возможность услышать, что называется, из первых уст вот все ответы на вопросы, которые у вас есть. Поэтому, коллеги, я сейчас обращаюсь к субъектам рекламного рынка, к бизнесу, который здесь присутствует. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы спикерам. Это действительно уникальная возможность, потому что вы в своей ежедневной работе руководствуетесь и принципами закона о рекламе, и недобросовестной конкуренции, поэтому в любом случае будем надеяться на такое достаточно плотное взаимодействие. Нарушения в рекламе и в недобросовестной конкуренции, они очень чувствительны, потому что затрагивают и массового потребителя, и непосредственно бизнесменов. Карина Таукенова отметила, что ведомство продолжает работу по актуализации рекламного законодательства с участием бизнеса и экспертов рынка с целью сохранения честного и добросовестного поведения предпринимателей. Реклама всегда была актуальной, она, кроме того, что двигатель торговли, она является таким инструментом, с помощью которого предприниматели, субъекты рекламного рынка и все мы, кто занимается от производства товаров до регулирования рекламного законодательства, мы можем заявить о себе. Действительно, рынок рекламы является частью экономической системы. От нее напрямую зависит финальный бизнес-результат, отчего экономика нашей страны будет процветать. Проведение таких форумов сложно переоценить, поэтому его организаторы планируют проводить встречи такого формата на регулярной основе. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Архыз. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-22, в горах местами до плюс 16. Днем плюс 30-35 градусов, в горах местами до плюс 28. Местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19-21, днем плюс 31-33 градуса.
Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поддержал молодежь республики, принимающую участие в форуме «Машук» на Ставрополье. Пятигорске начал свою работу Всероссийский молодежный форум, посвященный Году педагога и наставника в России «Машук» платформы «Росмолодежь. События». Приветственное слово участникам направил президент России Владимир Путин. В этом году обменяться знаниями, опытом и идеями приехали более 2000 человек из 87 регионов страны. Это не только педагоги, учителя и наставники, но и подростки от 14 до 17 лет, которые проявляют интерес к профессии учителя, а также являются участниками движения «Первых». В форуме принимают участие и представители активной и талантливой молодежи Карачаева-Черкесии. Наши ребята смогут представить свои проектные инициативы в сфере образования, сельского хозяйства, спортивного программирования и в других направлениях, а также побороться за звание победителей в грантовом конкурсе «Росмолодежи». Форум – замечательная площадка для новых знакомств, получения ценных знаний и обмена лучшими практиками. Рашид Тимрезов пожелал участникам успешной работы и больших результатов. Основное отличие этого года заключается в том, что люди приехали сюда не за грантами, а действительно получать знания в рамках тематических направлений форума, коих 12. И в целом участники у нас в основном представители учительского, педагогического, наставнического ремесла, а именно люди, которые так или иначе связали свою жизнь с передачей знаний, умений и навыков своим воспитанникам. В этом году исполняется 100 лет патрульно-постовой службе полиции. К большому юбилею ППС МВД России запланировал ряд мероприятий, в числе которых один день с патрульно-постовой службой полиции. О том, как прошла акция, у сотрудника патрульно-постовой службы расскажет Дарья Тендит. Этот день для напарников Марата Балачиева и Тимура Шевхужева проходит под беспристрастным оком видеокамеры. Ранним утром полицейские вооружаются всем необходимым – наручники, дубинка, пистолет Макарова. С далекого 1923 года задачи данного подразделения не изменились. ППС является основной службой по обеспечению общественного порядка и борьбой с преступностью на улицах. Перед тем, как приступить к патрулированию, полицейским во время инструктажа зачитывают ориентировки – не только на преступников и пропавших без вести, но и на похищенные вещи. Приказ вступить на охрану общественного порядка города Черкесска. Принесение службы соблюдать меры личной коллективной безопасности. Обращаю ваше особое внимание на вежливое тактичное обращение с гражданами. Действовать в соответствии с требованиями законодательства. Тимур и Марат, как и их коллеги, выезжают на маршрут патрулирования на служебной автомашине. Она оснащена всем знакомым синим проблесковым маячком, рацией и видеокамерами. С дежурной частью сотрудники поддерживают постоянную связь, ведь в любой момент может потребоваться наряд вместо происшествия. В среднем у нас бывает в день около 5-6 вызовов, из которых большинство – это какие-то ссоры, драки, разборки. Ночью – это в основном семейные какие-то конфликты. А бывают такие дни, когда вроде бы немного вызовов было, но люди встречаются тяжелые. Главная цель пешего или автомобильного патруля – это видимое присутствие, главный сдерживающий фактор, который помогает охладить горячие головы, отвлечь несознательных граждан от необдуманного поступка, предотвратить преступление или спасти. Приезжаем в разные семьи, где мать в состоянии алкогольного опьянения находится, а при ней находится маленький младенец, ребенок. Смотря на эту ситуацию, мы незамедлительно вызываем сотрудников ПДН, которые приходят, ставят данные семьи на учет, оказываем взаимодействие с ПДН. В системе органов внутренних дел очень ценятся сотрудники, которые прошли службу в патрульно-постовой службе. Большинство профессионалов среди оперативных сотрудников или руководящего звена начинали в ППС. Здесь прошли закалку, научились выдержке. Человек, попавший в беду или в какую-то сложную ситуацию, звонит в службу спасения, и первыми приезжаем, естественно, мы оказываем первую помощь. Если это драка, то, естественно, разнимаем хулиганов, забираем. Чтобы вернуть людям нарушенное спокойствие и безопасность, дежурная часть всегда остается на связи. Автопатруль ежесекундно выдвигается на адреса. Дарья Тендит, Вести Карачаева-Черкесия.
Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую часть фильма «Спасская». Всего доброго и до встречи в эфире.